хотим правильный треугольник, в некотором смысле наилучшим образом приближающий его. Давайте договоримся, в каком смысле. У меня данный треугольник ABC, а ищем мы треугольник, ну, не знаю, КМ, обладающий следующими свойствами. КЛ, КМ и ЛМ – это одно и то же. А вот теперь нужно сказать, в каком смысле треугольник КМ приближает наш треугольник ABC. Например, в таком смысле. Мы можем посчитать квадраты расстояний от точек А, Б и С до точек К и М. И вот ищем такой равносторонний треугольник, чтобы эта величина была бы как можно меньше. Согласитесь, это понятная постановка задач, правда? Найти равносторонний треугольник наилучшим образом приближающий наш. Или другая постановка задач. Давайте мы посчитаем такие длины. Так, давайте, минимум берется по всем точкам К и М таким, что вот эту сложку. Да? Здесь то же самое по всем таким вот точкам, что выполнены вот эти три равенства. А здесь напишем следующее. Из отрезков АК, БЛ и СМ надо выбрать самый длинный и его минимизировать. Ну, похожие, конечно, вещи, но разные. В одном случае мы минимизируем сумму квадратов, а в другом случае хотим, чтобы каждый источник был поближе. Ну, чтобы это сказать точнее, чтобы максимальное из вот этих расстояний было бы как можно меньше. Так вот, господа, оказывается, что в обеих задачах, и в этой, и в этой, ответом является один и тот же треугольник. Вот это нужно доказать. Вот это нужно доказать. И оказывается, для того, чтобы это понять, проще всего доказать равенство ширины и понять, что такое преобразование Фурьера для трех точек. Вот давайте так. Я считаю, что я правильно сформулировал первую задачу, правильно? Вы все поняли? Вы все поняли?